Як будзе выглядаць наша кампанія? Мы, як і рабілі раней, з улікам таго досведу, который ўжо напрацаваны, робім перш за ўсё акцэнт на доўгатэрміновым назіранні. Это значыць, што ўсе этапы выбарчай кампаніі мы будзем адсочваць, мы будзем рабіць справаздачы па кожным з гэтых этапаў. У нас будзе працаваць 50 доўгатэрміновых назіральнікаў. Мы так особо звертали увагу наших назиральников на то, что важно отсочивать разные подеи так или иначе связанные с выборчим процессом. Мы разумеем, что выборчая кампания – это вельми великий выклик и для уладов, и для всего громадства, для разных громадских структур. Тому мы это все будем фиксовать и давать свои оценки с пункту гледжения белорусского законодательства и международных стандартов. Наше назирание не залежное, не политичное, не робится у мэтах подтримки неких кандидатов и неких политических сил. Мы назираем за политичным процессом, сходячи с того, что громадянской супольности важно разуметь, кто и насколько якостные и перспективно якостные может предоставлять этому громадству политичные послуги. Мы разглядаем эту уладу, керование миновито, как деятельность деля громадян, и тому вельми важно, как бы вот громадство створало попыт на эту якостную послугу. И один из чинников этой якости, насколько послуги якостные, это процедуры, по яких люди приходят до влады, альбо не приходят. Вот. Тому этот процесс нас цікавить вот миновито с такого пункта гледжання. Все, что мы будем бачить негативное, мы будем адлюстровывать. Все, что мы будем бачить позитивное, мы так само будем адлюстровывать. Заходячи из этого принципа незалежности и объективности.